Мы находимся на выставке MAPIC Russia 2020, продолжаем общаться с нашими гостями. Александра, расскажите, пожалуйста, что вас привело на выставку и пару слов о роде вашей деятельности. Ну, на выставку нас привело в первую очередь то, что мы занимаемся развитием своей компании, ищем партнеров, ищем клиентов. Мы занимаемся кадастровой деятельностью, землеустроительными работами. И в целом эта выставка нам очень интересна, потому что здесь достаточное количество наших клиентов. Спасибо большое за ваш ответ. Retail.ru. Оставайтесь с нами.